Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Двигатель 3.0 дизельный, 257 лошадиная сила, автоматическая коробка передач, полный привод. Машина 2020 года выпуска. Чтобы муха не пролетела, или сетка в бампер, защищать радиатор от налипания насекомых летом на трассе, а особенно от камней из-под других авто, безусловно необходимо, но при этом меня всегда раздражало и раздражает, как некоторые автолюбители навешивают чуть ли не тюль домашнюю на радиатор, да это тоже действенно, а самое главное, легко и без особых затрат устанавливается. Но всегда, кроме практичности, хочется еще и сохранить стиль, дизайн, даже на трассе. Поэтому было решено установить вот эту сетку с ячейкой 2 на 4 мм, купленную на известном российском маркетплейсе. Продолжаю подготовку ночного путника к путешествию в отдаленные районы Горного Алтая, а именно грунтовым дорогам и ночевкам в Мохаве. Сделали тонировку передней полусферы атермальной пленкой Ламар с зеленым оттенком, для того чтобы в салон проходило как можно меньше инфракрасных лучей от утреннего солнца. Тепло от инфракрасного излучения сильно напрягает, когда ночевка происходит в автомобиле. В этот раз речь пойдет об установке буксировочной проушины с шаклом, а также организации запасного колеса в штатном месте. Для этого понадобились следующие материалы: сама проушина 6700, комплект шаклов на 5 тонн 1900, оригинальный механизм крепления запасного колеса Kia 13500, новый оригинальный диск 18 дюймов от Дориста 10500, биорезина Dunlop 10000, колеса. Работа и метизы около 6000. Куплены были дорогие метизы для крепления проушины. Тормоз – главный механизм. Во время технического обслуживания выяснилось, что за 32 тысячи километров пробега практически истерлись колодки передних суппортов Alcan. В результате срочно приобрел колодки Kia Hyundai S8581 Associated Press 400 и поменял на 100, так как уже совсем скоро ехать в Горный Алтай. Продолжается подготовка авто для путешествий по очень плохим дорогам. Диски 20 дюймов с профилем резины 50 недостаточно хорошо годится для данной задачи. Именно поэтому были приобретены диски 18 дюймов, ступичные приставки, а также набор гаек для колес с полусферой. Колеса, защита, клиренс. Итак, установлена защита картера двигателя Шеров 2, 5 мм сталь. Установлена защита радиатора Шеров 2, 5 мм сталь. Забортованы колеса, поставлена грязевая резина Комфорсер KF326560R18. Установлены китайские датчики давления. Установлены полиуретановые приставки клиренса 20 мм перед, 40 мм зад. Установлены ступичные приставки 5 мм алюминий, пришлось их дорабатывать, выпиливать часть.
Установлены дефлекторы окон фирмы Cobra Tuning. После установки приставок сделан сход-развал. Попутно смазали болты сход-развала. Первое фото, это наши сибирские морозы, немного ледяной глазури, с сантиметр толщиной. Горный Алтай. Едем на наш любимый Горный Алтай, путешествие началось. Заправляемся без очереди на заправке, так как у грузовиков очереди нет или прелести дизельной машины. Керамика после Горного Алтая. Итак, поездка прошла насыщенно, немного покатали по грязным и пыльным тропам Горного Алтая, в результате автомобиль выглядел очень грязным и неухоженным, достаточно посмотреть просто на количество глины, которая собралась в лючке топливного бака. В итоге, было решено отдать машину специалистам на нанесение керамики на кузов и багажник на крыше, а также на нанесение состава типа антидождь. В принципе, результатом я доволен, машину действительно качественно отмыли, сделали легкую полировку и нанесли состав. Теперь глянец стал намного глубже, а черный цвет стал еще более черным визуально.